Не-не, не бери, не-не. Ну бери, а что, понятно, с ним понятно. Бери. Бери, пускай этот самый, как тебе сказать, как слово-то правильно подобрать. Набирает обороты, короче, блядь, и это, ну, не надо за мной все повторять. Вот что я могу сказать. Мне не жалко, ну, пользуйся, конечно, ну. Женщину зажал. Да, зажал, блядь. Ну, пообщался с бомжами. Слушай, что, ну, тебе жалко, что ли? Давай сделаем так. Просто аналитику проведем, да? Аналитику маленькую, маленькую. Ну, я еще раз говорю. А? Я говорю, еще раз говорю, если поворуют контент. Да нет, я еще раз говорю, у меня ничего своровать невозможно в плане контента. Просто я еще раз говорю, я Антохе желаю, чтобы он просто, вот просто думал свою тему. Вот, ее развивал. Я ему даже в этом помогу. Вот и все. А вот это, знаешь, там, бомжи, это все понятно. Это спасибо. Как можно украсть того, чего нет. Правильно, Барак, правильно пишешь. Да, да. Угу. Но, ребят, с бомжами тема не раскрыта. Я вам серьезно говорю, эта тема не раскрыта. Хоть он там пытается что-то это самое, нет. Это у меня совсем другой подход к этому, ко всему. Кстати, мы Диме еще соберем посылку, да. Я ему там носочки там приготовил там. Вот, ну, короче, это моя тема, я ее сделаю. И не надо ее делать за меня. Потому что я уже сегодня даже там смотрел на стриме, там что-то он там одежду ему какую-то покупать собрался. Это наша земля. Это наша земля, да. И мы здесь как это наше поле, блядь, да, мы да. Нет, нет. Короче, если он хочет помочь, пускай поможет деньгами. Правильно? И все. А купить ему там пиво или чекушку водки, блядь, знаешь, что ума там много не надо. Ну что, не так? А ты купи одежду. Там майки ему, там, не знаю, носки, трусы, там, не знаю. Ты вчера вызвал из жизни, а не из обоймов. У меня вчера был этот, как ее? Выходной. Нет, не выходной, нет, сейчас. Нихуя это не выходной был. Это как правильно слова-то подобрать? Перезагрузка? Ну, типа, что-то типа такого, да. Перезагрузка. Наоборот. Загрузка. Загрузка организма. Еще таких выходных, как вот этих, больше не было. Я тебе еще раз говорю, Мусь, ты меня ограждай от этих, блядь, пиявок. И что, что мне за тобой ходить? Это... Ну, гоняй их всех нахуй. А-а-а. Гоняй, гоняй, и что? И так все не любят. Ну... А так вообще... Ну, а что? Я ж один, блядь. Я ж памятник, блядь. Не, ну это правда, действительно, ребят, это просто перебор. Реальный перебор. Вот вчера, позавчера это был перебор. Потому что я все понимаю прекрасно. Да, там один приехал без коря, второй приехал, блядь. Ну я же тоже не резиновый, блядь. Нет, а ты сказать нет не можешь, ты что, маленький ребенок? Ну с одним посидели, выпили, блядь, второй приехал. Ну что, ну что? Ну так это, так здоровье твое. Да он перебор, блядь, да, да, это точно, вчера, позавчера это. Здоровье твое. Ну. Они, их может 10 человек приехать, и все с вискарем. Mm-hmm. Что, в тебя все это влезет? Нет. Он выходит из ситуации самостоятельно. Да-да, не удивляйтесь. Ой, я тебе просто повезло, что вчера не приехала как-то. Зачем она мне нужна? Ну, потому что. Ну, не хочу. Ну,